Здравствуй, мой любимый зритель, это продолжение FFA сериала «За Корею на восьмерых» в Sid Meier's Civilization 6. Если ты случайно наткнулся на это видео и не видел первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, потому что всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, где-то... Вон. Столица отваливается. Надоели варвары. Поехали сразу туда коляской разбираться. Чонджу недостаточно. Ну, сейчас будет достаточно, когда сядет губернатор. Гильдию ускорился. Странно, за счет чего? Гильдии же, по-моему, ферму ускоряют. Нет, а, нет, два рынка. Маскат встретил. Так, могу Савон строить, могу торговца. Давайте, наверное, Савон. Там что у меня тут вот эти плюс 3 будет давать. А вот есть плюс 4. А, соседние районы снижают его. Я и забыл. Наоборот, снижаю. Мне надо как раз не рядом с районами строить. Тогда вот здесь строю. Здесь еще фермы рядом будут работать. Блин, снизил из-за этого вот тут Савону. Не прав я. Да мне бы еще рабочих, конечно, поднастроить. Россия, сделка. Вот. Мапучи тут развивается своими рабочими. Да, надо на этот город нападать будет. Вот жалко, у меня одно железо, то есть я когда выйду в рыцарей, мне надо военные районы строить, чтобы рыцари... Поэтому мне надо больше построить колясок, чтобы их апгрейдить. Бонусы, вот эту надо ставить карточку. Ну уж нефтяное место, у тебя русский. Сразу плюс 7 очков. Я могу. Сверху дали. Ты в пустыне. Так, и... Просто сажаем Рейну в Янсан. А ну такая еще пустыня, это... Мягко говоря, осторожно выражаясь, не очень впечатляет. О, Кри, я тебя встретил. Блин, у него то же самое. Блин, ну вот эта генерация карты офигительная. Четыре нации все на одном континенте. А этот континент огромный. Ну вот Мапучи, я, Ацтек и Кри, все с одними и теми же ресурсами. Я так эти даже не нашел другого континента до сих пор. Красный континент? Да. Зато у нас тут там же, на этом континенте. Атлантида, да?
Да. Здорово. Знаешь, как тут интересно? Мы с японцем на большом континенте, а сверху ГГшка на своем собственном. Справа немец на еще одном. И потом за ним идет еще один континент. Буквально 4 континента в 10 клетках. Это да, то есть один огромный, остальные там какие-то кривые, мелкие. Там, Витус, что у тебя с лучником? Откуда у тебя там ранены вообще? Варвары, варвары. Откуда там варвары? Сзади, что ли? Справа? Да. То есть у тебя там еще есть куча территорий, где города ставить? Один город я поставил. То и нам надо было воевать этими невежами. Ну нет, говорю, что я за горами, и все, у меня море. Если ты немножко бы пошел выше, было все хорошо. Поэтому возле Лавенты куча мест. Так я пойду еще выше, господи. Ну, мне надо было просто сразу идти выше, только чтобы тебе удобнее было. Мне вот эти города мне выгоднее поставить, чем просто идти выше. У меня выше никаких ресурсов вообще нету. Однозначно к тебе лучше меня поджечь, чем просто брать территорию. Потому что территория и так она будет твоей. Там тебя никто не возьмет. Так. Тоже фибовый торговец. Ацтек, возьми торговца. Жду, чтобы, если он возьмет ее, следующую. А я не могу что-то. А кто-то не пропустил. Тебе что написано, нельзя нанять? Ну да. А кто там неизвестный игрок еще какой-то? I hate you, возьми торговца. Да, сейчас, подождите. Я не вижу, что мне его предлагают. Я пропустил, кто-то этого берет торговца, либо их нельзя, почему мне предлагают, если мы одновременно вышли. Если он пропускает, то берет ацтек, и тогда следующего я смогу взять. Тоже фигня, по-моему. И этого я пропущу. Ладно. Тогда ладно. Ну вот, пингало. Прибыл. И рост пошел. Здорово. Так, здесь салон завершен. Давайте... колесницы. Так, это в Янсан перебрасываем. Лечимся. Блин, ну вот и нафига ты сюда этого скаута припер? Мапуче. Чё он тут сидит в центре? Ты его окружил? Ладно, сейчас я куплю клетку, тебя выкинет, так уж и быть. А может ты мне денег немножко дашь на нее, чтобы выкинула, и ты смог да, скаутом? Он мне там не мешает. А, то есть убивать его, окей. Убивать? Ты меня пугаешь, Алексей? Да. Ну тебе скаут не нужен, даже не хочешь чуть-чуть денежек дать. А куда мне им ходить? Ты мне Дисней сосед. У меня даже нет прохода. Ну, откроешь плавание, господи, спустишься на воду и поплывешь куда-нибудь. А вот давай ты мне откроешь проход, я пройду. Ну, это зависит от того, сколько ты мне за это заплатишь. Я не буду убивать твоих детей и женщин. Это не серьезно.
Леша, убери, пожалуйста, разведчик. Скелет. О, он в Германии. Не понял, как... Как это? А как это неизвестный игрок набрал 23,7 науки? Это, видимо, у кого-то, у какого-то игрока не хватило 0,3 очка великого человека, чтобы получить великого ученого, и, видимо, у него захватили город с кампусом, я так понимаю. Это единственное объяснение. Ну, ты не понял. Да, это я скорее всего. Единственное объяснение, почему там 0 очков теперь. О, ацтек, кри. Так, а кри-то где? Знаете что, наверное, надо будет в стриме выходить без открытия феодализма. Или не спешить, или все-таки с феодализмом. Построите 6 ферм. У меня просто, может быть, не будет столько денег, чтобы проапгрейдить. Или нет, этот еще мешается. Ладно, я запущу пока. Не думаю, что он успеет мне что-то разграбить. Ну что, Алексей, ты уходишь в золотой век? Да. Так еще ж далеко. А я уже выхожу. Ну хорошо. Жди, мы идем к тебе. Ну, плюс 10 на ранних этапах, это что-то до хрена. На любых этапах дохрена. То есть надо нападать до... Ну, у меня как раз было два рыцаря. Все-таки сейчас, типа, с Виктором, с генералом... Защита, я просто напоминаю, что Мапучи будет плюс 10 иметь против цивилизации в Золотом Веке. Если героически выходишь, бонус идет? Да. Ну, героически, это ж под вид Золотого. Наверное, ничего не буду менять. Так, а что там города-государства хотят? Квадрирема нет, судостроения нет, торговый путь Лавента. Все жалуются, что сидят на одном континенте всемиром и не забирают чудесного ученого торговца на люкс. Ну и вот куда мне его использовать, расскажи. Прогуляться. Куда? Я уже прогулялся офигительно далеко и не нашел еще другого континента. То есть он мне будет... Можно будет его использовать, только фиг знает когда. Кто-то захватил, он стоит на берегу. У меня почему-то не ускорилось мореходство. Да там же вроде нужно основать. Ну, да. Насколько я помню, как бы всегда захватывался мореходство. На побережье, даже если у тебя до этого его не было. Привет, фашист! Лови гранату. Боже, и немец на том же континенте. Почему у немца те же ресурсы? Причем? Какая куча этих оливок?
Оливки, ну, по-моему, у всех уже есть. У меня их нету. То есть я не просто на этом континенте, я еще и без оливок. Выяснилось. Обидели. Только с китами. Так, следующим ходом надо бы отменить открытие рыцарей. Сколько у меня уже? По-моему, там 90 будет стоить. Раз, два, три, четыре. 90 будет стоить апгрейд. То есть вот на 4 рыцарей у меня есть апгрейд. Ага, он стены построил по эльмапу. Это будет сложнее, поэтому надо строить тараны. Или выйти... Стойте, или выйти... Вот. В строительство, осадную башню. А вообще лучше в катапульту, на самом деле. Давайте катапульту. Хорошо, он военный лагерь поставил. Так, давайте торговца, потом рабочего. Вырубим тут лес. И тоже военный лагерь здесь поставим. Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии ConsoleWar.ru. В параллельном мире на Землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом Лёша играет. Так, лечимся. Ну, придется на Уильи мапу, наверное, поели все-таки на Пуэль мапу. Тут дорог нету, и тут дорог нету. Я думаю, что по науке он должен сильно отстать. Хотя... А, это колд. Инвиктус. То есть я в ученичестве, инвиктус. Где-то здесь. И у него, конечно, намного меньше науки. У меня 50, считай. Отстак, ну что, мы должны были топтаться. Да я давно тебе мир предложил заключить. Ну, ты же понимаешь, что это мой город. Ну, тогда еще потом. О, русский. Ну, а что, поатакуем? Почему нет? Попрокачиваемся. Атака-куб. Атака-куб. Это атака-куб твой город, Кри, да? Да. Очень по-ацтекски звучит. Два индейца решают свои местные локальные индейские проблемы. Индеец, ты не хочешь помочь брату индейцу распилить этого вармонгера Усоглазого? Бледнолицего? Да. О, Россия здорова. Так, рост пошел.
Везде у меня рост, здорово. Привет. Интересно, тут даже за перекупку городов-государств дают эти очки эпохи. Забавно. Так, Эскенджу, давайте куда-нибудь... Лавента хочет. Ну, кстати, почему бы и не выполнить задание? Вот я и в золотой век выхожу. А японец не живет? Я думаю, что японец через сколько поедет. Так, торговец, здесь, перекупил, здесь, давайте, катапульты. Я просто тут на стену не бился. Наверное, лучше древние стены, катапульты давайте. Может, здесь лучше торговцы перехода, а здесь катапульты. Чтобы быстрее это все было. Ну и в стриме, наверное, надо выходить. Я... У меня просто не будет больше денег, чтобы апать в рыцарей. Сколько у меня? У меня тупо нет места даже поставить пятый город вообще. Раз, два, три, четыре, пять. Пять тяжелых колесниц. Это 450. Ну, должно хватить. Теперь мне вот катапульту не хватает просто. Так, Канджу из всех трех городов бегает. Тут, конечно, стены можно было бы. Ну, блин. Не очень хорошо, может сейчас выйти и убить меня просто. Так. Какую-то ГГшку захватили. Да, это тоже. А, японца захватили? Да, все полностью. Ну, спасибо за игру. Да, что-то я не ожидал, что так это пойдет. Ну, видишь, быстро отстрелялся. Да, опыта мало чувствуется даже. Вот это элементарно, то, что били агрессия и все, слив. И кто его вынес? Россия? Россия. Формондер. Так, давайте, наверное, из Кёнджу какой-нибудь наш город отправим. Никаких аутов не было.
Не хочется здесь все-таки просто на лесу ставить. Ну что там, мускат не поделили? А что, вы убиваете мускат? Да что-то непонятно, он вписался. Ну что вы убиваете жалкую бегашку? Ироды, встаньте. Немец, русский, дружба. Не дружите с ним, не дружите. Что толку с тобой? Дружи, не дружи. Не надо, чтобы у него хоть кто-то был с тыла, он мог ударить. Немец с русским, это не те. Ну совсем не близко, я по крайней мере. Хоть откуда-нибудь. Не знаю, только если пыльным мешком по голове. О, я увидел Москву. Ну, собственно, я говорю, проход. Через Великую. Москва-матушка. Ну да, тут еще военный лагерь поставить вообще, наверное. Не, он будет с той стороны, он будет бить. Да, тут, в принципе, и так на этой клетке под Виктором можно стоять. Изображать Спарту в себе. Я так понимаю, что вот эта вот Великая Стена, это вот эти горы, которые между вами, Ацтеком и Кри, да? Да, там только по тундре еще три клетки проходов внизу лезть и все. И она вот вверх идет там за Маскат, выше даже, это горы бесконечные. Так, сколько там ходов? 8. Спасибо большое за игру. Уже извини, что так быстро слился. Да и тебе спать, да ничего. Ну, ладно. Удачи всем тогда. Там, возможно, еще сыграем. И тебе. Ты выходишь? Ты меня спрашиваешь? Кто это спрашивает? Ты немец. А, ну все, я тоже. Так. Вот он тут стоит, обороняет. А я на этот город иду. Я пойду на этот город. Вон еще лошадки. Жалко, железа нету. Больше. Я говорю, получается, сверху никого, да, нету. Так, из кенджу я, наверное, ну так отправлю, тут одинаково, в принципе. Может, постою, полечусь пока. Дальше, ну надо в машиностроение, сейчас я апну. В лучников. Да, в лучников, так. Военный лагерь. А, блин, я тут лес хотел вырубить. Не, промышленная зона тут фиговая. Знаете, какая тут
строителей буду делать. Мы меняемся с тобой три уже на семье. Ну, тем более у меня сейчас свои будут. У тебя там вторых оливок не найдется? Оливок нет. Вторые оливки, ну, отлично, отлично. Ну, я только много свиней. У меня свои уже сейчас обработаны. Много серебра. Ну, он сейчас будет обстреливать, правда, этот военный лагерь. Ну, мне он нужен. Сначала военный лагерь. Может, сначала... попасть, что я полностью изолирован вообще. Может, вот к производству оборонительных зданий взять. Стены быстрее построились. Так, а тут катапульту продолжаем. Стена-то, два хода. Да, Виктор у него в другом городе сидит. Ну, мечника капнул. Ну, конечно, очень желательно до золотого века. А военная игра мне нужно, чтобы рыцарей строить без... В общем, у меня только одно железо. Блин, я мог тут взять ап, не уходя никуда. Так, ну... По городам-то у меня и так бегают уже, да? Давайте тогда в Женеву отправим. Конечно, без катапульт атаковать сложновато, но... Пока пользуемся тем, что есть. Прокачиваем. Так, машиностроение надо открывать. Открыли. Дальше мы пойдем во что? Ну, давайте строительство. Тяжело, конечно, тут атакуется это все дело. Апельсины никому не нужны. Хотя, судя по всему, они просто тупо у всех есть, да? Именно так.
тут, значит, рост стоит. Тут рост стоит. Правда. Я обработаю свои. Ну, можно, так можно ж, пока поторговать. Вообще оливки требуются. Оливки там куча у людей. По-русскому. Как мне вроде кидал. Подожди, так, где это у нас? Закладов, так. На киты. А, точно, да, меняемся. Все верно. Блин, ну тут еще он так поставил, тут вот сплошные. А, это холмы, да. А тут нету холмов. То есть мне надо куда-то вообще вот сюда вести катапульту, чтобы нормально стрелять. Сколько апгрейд? 95, блин, пропалеты стоит. Ой, тяжело. Надо было катапульт больше строить. Давайте, может, я тут катапульту. Ну чё, русский, ты там скоро в союзы? Ой, да не сказать, что там скоро. Сейчас второй там будет устроиться. Ну, ты сориентируй меня примерно. Будет плюс 10 у Мапучи против меня, что я в золотом веке. Ну что, мне в золотой век не выходить из-за этого? Конечно, нет. Да я ничего не вижу. Города еще не растут, ни черта, если честно. Ускорение брать не охота. Легко возьму. Против укрепленных защитников, против, ну, против дальнобойных атак возьмем. Ну, нормально, ученые. Озарение для трех. Военная инженерия, военная тактика, судостроение. О, кто-то меня просил суд... А, Махенджидар, я с ним в войне, к сожалению. Ой-ой, какая-то Петра-то красивая. Прям клетка. 2, 4, 3, 1, 2. Ой-ой-ой. Ну это же с ресурсами. Я понимаю, что не все... Еще одного ученого могу взять. Прожигаю всеобщую ненависть тебе. Плюс 20 к исцелению для юнитов игрока в пределах одной клетки. Поврежденные юниты устанавливают. Прикольно. Слушайте, прикольного я ученого взял. Постоянный эффект плюс 20. Очков к оздоровлению, к исцелению для юнитов игрока что в пределах одной клетки. Если ты его таскаешь, именно не используешь, особенно... Ну да, я понял, понял. Но он, кстати, и когда использовал, тоже плюс 5 дает. Но, конечно, его лучше таскать. Потому что плюс 20 это здорово. Единственное, что если у тебя юнит проходил, как бы, то он, ну, то есть это лучше в обороне, когда стоишь, он вообще прекрасно. Хорошая штука вообще. Ну шо, всем кирдык? О, так, кто убил лагерь возле Осаки? Давайте рыцарей. Это я прошелся. А, или я или думал, когда блин, катапультом. Вроде ГГшек рядом нет, был лагерь и исполнил. Ну, я подумал, как бы у тебя там фарфоры ходят по территории, думал да, лишним. Да, то есть у меня вот в тундре я сейчас вижу 4 лагеря. Я вижу только один подосок. В четырех клетках подосок. Подосока есть под Питером 2. А, рису этом было, еще у Крик был, короче.
Эти выходные клетки, тогда этим я можно проатаковать. Под Питером, ну, то есть, веселуха постоянно. Могу кому-нибудь сюда лошадь дать. Кому-нибудь нужна лошадь для войны? Лишняя. Попробуй цель. Я же проработал уже лошадь. Воюет. Все, по-моему, провоцируют всех на войнушку. Так, что у нас тут? Просто тут у меня здесь катапульт. Хочу, чтобы тут катапульта появилась, и я буду обстреливать этот военный лагерь. Ой, блин. Не очень удачно, конечно, что у меня его так убивает. Так, ну что, пора поселенцев строить и ставить тут города. Сколько там ходов? Мне вот этот 4 хода. Мне хотя бы этот город взять до начала золотого века. Это будет очень тяжело дальше. Так, встану. Следующим ходом будет спрятать сразу лучника. Что-то мне Лавента не помогает в войне против Махенджидару. Вообще никак. Блин, с ужасом жду через 4 хода плюс 10 силы у Мапучи. Смогу ли я выстоять? Выходить. Я тебе предлагаю просто отойти подальше и там ждать. Не возьмем его города. Бонус. Ждать, как выжить. А как выжить, ждать в своих городах. Как тебе такое предложение? Ну, так себе. Так, какое образование? Блин, не успел переключить. Мне в хвачке действительно надо выходить. А, не, успею. А то здесь поехал кавалерии. Рыцарями, вернее. Выживать он приехал, понимаете, ребята? Он приехал выживать ко мне под город. Нет, конечно, мне надо было сидеть ждать плюс 10 у тебя. Так ты дрожать при малейшем шорохе. Причем ты каждый ход там жалуешься, что у тебя так мало городов, тебе еле-еле всунул куда-то. Где же еще так городов еще взять? Четыре города всего, что делать? Захватывать Махенджидар? Захватывать Лесную Бежку? Спаслись. Теперь рыцарей начинаем. А где там карточка на рыцарей местных? По-моему,
в монархии, да? Пойдемте в монархию. Так, кого мне там атакуют? Ага. Холмов нету, я смогу. Да ладно, блин. Ладно. Тогда ставим сюда. Так, вот тут торговцы дают на 100 золота и одного посла. Возьму, пожалуй, надо Махенджидары перекупить. Ага. Фиг его тут перекупишь. Ладно, будем в Маскат отправлять тогда. Так, давайте добивать... А, я уже ходил тут. Сколько ходов? Два хода. Чё-то не успеваю. Чуть он сразу в арбалет у меня. Тяжело. Так, ну тут все юниты походили, поэтому в принципе... Из-за войны. Я вылетел, да? Да. Так, продолжаем битву. Салон завершен. Монумент. Давайте военный лагерь. Вот это я сменю. Блин,
Я предложил ацтек. У меня еще ход идет. А, вот. Олигархия. Кстати, мне надо с олигархией тоже взять плюс 4. Еще у него бонус поддержки. А кто готов к повышению у меня? Не хочется мне тут ходить этим рыцарем, честно говоря. Пойду. У меня пишет, что вот Анисей еще должен закончить ход свой. Это у всех так? Да-да. Ребята, а те, у которых таймера нету, вы походили? Да, да. Да все, переход подойдет. Изо всех сил. Кто мне не радуется? Как мне не радуется? Смех смехом, но у меня комп, походу, генерала использовал. Ну, или он просто пропал, потому что в списке юнитов его как бы нет. Ну, это не критично, конечно, уже. Все равно был на античность. Забавно. Так, надо в мечника апнуть. Буду вырубать тут лес для Магнуса. Не знаю, какой артель надо тут к повышению. Этот что? Нет. Да, сейчас начнется золотой век. Блин, Россия какая-то в Африке. Родина слонов. Там сразу ниже этой Африки, что такая. Не очень Африка, на самом деле. Ну это же ЦИ почему-то почти приравниваются к клетке тундры и пустыни. Иногда взаимозаменяются. Да, неужели я пыль-мапу не возьму? Как обидно. Нет, тут же, ну да, то есть просто раскинул. Карту, в принципе, сгенерил, я бы сказал. Ух ты, вау. Кто генерала не видит беглого, а? Слушай, ну он же... Странно. Он должен... Ну, выбери просто юнит и проверь по списку. Я не нахожу его, то есть... Ну, значит, все использовали. Что он хоть тебе давал?
Ну какой там пассивка у него какая, я точнее актив? Я не смотрел. Боже. Мне за тебя открыть, посмотреть? Дает плюс один уровень наземному военному юниту. А, понятно. Значит, где-то плюс один уровень. Отлично использование. Надо эту селитру обработать. Так, а разграбление, интересно, мне здоровье даст, если я разграблю лошади? Тут когда разграбляешь, то тебе пишет вначале, что это, ну, написано, что дает разграбление, так что удобно. Нет, блин, ну как так? Ну, блин, Лёша. И что, он уже получил плюс 10? Да. Плюс 10. Трындец. Поздно я все-таки напал на него. Ну, у него, конечно, территория, ну, просто офигительна для обороны. Просто вот... Монументальность берем. Более у меня. Так, этот город поставим тут. Здесь поселенцы. Или не здесь покупаем. Здесь, наверное, покупаем поселенцы. Здесь библиотеку Адана может построить, кстати. Хорошее чудо. Грек, у тебя там, кстати, от ретри лагерь на берегу. Я вижу его, спасибо. Три хода плюс. Я даже не знаю, что теперь делать. Ты стой в обороне. Рыцарей. Ну, без карточки это так долго. Город до 10 надо довести. Вот, скоро инсан будет. Как раз ускорю. Алексей, в конце хода ходить. Да не успел я, да, виноват. Не успел всеми юнитами походить. Ну я ж не убил тебе ничего.
ты, а ты этими юнитами уже ходил, то есть ты не можешь ничего моему рыцарю сделать, правильно ведь? Ну, конечно. То есть это не влияет особо на ситуацию? Не влияет, то, что ты сейчас можешь его убить. То есть ты сделал дорогой ход, ты сможешь походить еще раз и уже. Нет, я не могу его убить. Почему? Арбалет? Не, ну я вижу, что сила... Мне показывает силу, я только половину хп оставшегося снимаю. Если я вот прямо сейчас похожу своим... У всех загрузка? Нет, только у тебя. Сурово. Неужели убьет? Фу. Как он выжил? Как? Ну что у него плюс 10, как понимаете? Он выжил? У него плюс 10 все. Так, выходить три ремы, еще тут варвары меня атакуют. Ты вышел из лагеря, я сразу смог тебя обстрелять. Так, давайте как-то пойдем, да. Чтобы он не видел моего или... Блин. Это сюда поставлю, а этого сюда, наверное. Красавец Санкт-Петербург. Так, а религию у нас один только основал? Нет, грек. В смысле грек? Мне показывают только одна религия. А, не основал, но сейчас основал. Господи. Даже я не знаю, как это слово. Основаю? Он не основаю. Это очень криво. В общем, сейчас будет еще одна религия. Если я успею, конечно, походить. Да. Подожди, а где он? Прям хоть не, в золотой век не вступай, когда рядом мапуче. Да, неприятная штука. А ты уже воюешь с ним? Я давно с ним воюю. А, то есть ты не мирился? И у вас там сейчас все горячо, активно, жарко. Да, да. Ну, армия как-то у всех есть, кроме... А вы справа? Я шоу? Так понимаю, немец в развитии играет вместе с Фантомом. Не, а как еще играть? Странно было бы немцу не играть позиции. А Фантом за кого играет? Ну, у меня тут не соседа, вот, только русский. Под Ярославлем у меня. Сидит. Да я найду их обоих. Рано или поздно. Всегда можно в арбалеты опять. Нет, опять. Еще избежал. Женева. Женева? Где Женева? Какой лучник готов к повышению? Женева. Покажите мне Женеву.
Блин. Апнулся, ну. Какой у меня обычная готовка к повышению? Пульта, что ли? Наверное, при обороне ее атаковать будет, я ж не собираюсь. Так, тут рыцари завершились. Госслужба следующим ходом ускорится. Арбалетчики. Ну, рыцарей надо строить. Оружейную я, к сожалению, не сделаю. Куда мне идти, чтобы фантома встретить? Фантом, ты где? У меня есть скаут справа от Ярославля. Я только вижу, я только Москву и Петербург нашел. Ярославль там внизу, ты можешь прямо налево идти, там дойдешь. А где Инвиктус? Инвиктус за мной. Иди, а где иди, ты? Иди. Идите ко мне, идите. Хоть справа или слева? Кстати, крек у меня эти абсолютно. Ну там научно, что ли? Давай научно. Против тебя. Так, давайте глянем. Тут недовольство. Ну тут из-за войны явно, да, минус 3. Пускай производство будет. А остальные вроде растут. Ну, здесь уже чуть-чуть. Ого, минус 4. Блин. Ну, тут надо, чтобы вырос до 10. Госслужбу ускорить. И карточку на кавалерию брать. Так, что у нас? Ну, я-то в средневековье. Но Инвиктус недалеко. По культуре он впереди даже. Он уже явно в госслужбе. А может, в феодализме, не знаю. Ставим города. О, новый континент я открыл наконец. Ускорили госслужбу. Тоже, да, что следует русские города для караванов?
восстановил стены здесь. Ну ё-моё. О, здорово. Да ладно. Ну как так, ну? Просто невозможно играть, блин. Это тупое плюс 10 у Мапучи. Что, Алексей, хочешь еще, блин, дальше повоевать? Ну давай, мир заключим. Ну ты должен мне сейчас дать денежку какую-то. Тогда нет. Или... Давай лучше даже так сделаем. Давай ты мне дашь денежку, тогда мир заключим. Раз ты так нагло требуешь с меня чего-то. А чё это к нам какие-то люди заходят? Ну, если мы с тобой договоримся о мире, как это все будет происходить, объясни мне. Какие условия? Воюем, не воюем. Как дальше будем? Не знаю. Сейчас ты меня никак не возьмешь, ты понимаешь? Мы с тобой армия одинаковая. Виктус, ты завел разговор о мире. Давай ты вот выскажешь свои условия, которые ты хочешь, потому что ты заводишь разговор о мире и спрашиваешь у меня, как это будет. Предложи свои условия, я тебе скажу, согласен, не согласен. Если не согласен, то смотри, вот, я вот это хочу. Ты мне открываешь границы, чтобы я мог дальше пройти, найти людей. Это мое условие. Ну, я готов тебе это предоставить, но за деньги. Просто мир и открыть тебе границы, то нет. Да блин, I hate you. Игра не так. Долго не было интернета, потом вытянули уже. Ну так что, воюем дальше, Инвиктус? Нет смысла сейчас воевать. Ну, давай как-то договоримся. Я воевать дальше смысла не вижу. Так, вдохновение. Ну дай мне какую-то гарантию, что ты не пойдешь на меня через 3 ходов. Я не буду тебе давать гарантию. Почему я... Из-за этой войны я теперь должен с тобой никогда не воевать после этого. Может, мне захочется воевать. Это не дело, Инвиктус, типа, давай. Дай мне гарантию, что ты дальше больше никогда со мной воевать не будешь. Не буду я давать такую гарантию. Я могу дать гарантию, что все ближайшие 30 ходов я не буду с тобой воевать, заключив с тобой дружбу. А то, что там будет через 30 ходов, фиг его знает. Может, я не захочу на тебя нападать. А может, и захочу. А почему я должен это сейчас прямо тебе говорить? Если тебя устраивает дальше воевать, то давай продолжим. Просто я снова тебе предложение кидаю. Тут вопрос не в том, что я буду делать через 30 ходов, а вопрос в том, что выгодно нам сейчас. Сейчас мне с тобой выгоднее воевать, но смысла в этом не вижу. Я твой город не могу захватить, ты мой тоже. Если тебе выгодно воевать, то воюй. Если ты хочешь заключить со мной мир только на том условии, что мы больше никогда воевать не будем, то я тебе это гарантировать сейчас не могу и не хочу. Про проходки. Лёшкина не пришла? А, все, да. Так, пойдемте тогда в образование, а потом в танки. Потом я выхожу в танки и буду сносить. Ну, не знаю, что сказать. Ну, я не вижу от тебя предложения о мире. Более союз еще и позволит тебе, откроет тебе границы, ты сможешь пойти других игроков встречать.
А я хочу тебе эту возможность продать. Если ты мне дашь какие-нибудь, что-нибудь за это. Что ты хочешь, там мне ничего не дал. Так, ну, наверное, уже этого ученого можно использовать. Конечно, классная у него способность. Ты у меня последнюю апельсинку забрал. Я считаю, что это должна быть война до победы. Что вы ей богу? Так, значит, 64-й, это к 94-му ходу мне нужны танки. Первый без таймера. Хоп, быстрее. А этого скрашивать надо последнего. Так, давайте тогда отменим рыцарей. Я предлагаю везде строителей построить. Еще возьму, может быть, на плюс. Центр коммерции. Нет, давайте монумент. Только монумент. Ой, нашел. Наконец-то континент. Еще один. Может, не Махенджидару завоевать? А не Мапучу его давать. С другой стороны, я его очень прилично по науке опережаю. Просто очень существенно. То есть 20 и 70. Есть разница. It's all papers and forms. The entire civil service is like a fortress made of papers, forms and red tape. Довольство в городах с гарнизоном. Так, меняем плюс к строительству. Давайте содержание юнитов поставим. Торговые пути, влияние. Ну вот олигархическое наследие, конечно, я не использовал вообще. Плюс 2 к влиянию. Ну, оставляем так все. Теперь я хочу с ацтеком дружбу. Скри не открыл. А кто-нибудь союза открыл вообще? Да. У меня 3 хода, Алексей, союза. Нет. Ну если не, еще раз повторю, если ты мне дашь какие-нибудь деньги, я повторяю, я не против там торговать и прочее, но, да ладно, да вы достали. Что-то похоже, мы не поиграем. Если ты будешь, если ты мне заплатишь что-то за то, что ты, то есть союз тебе дает плюс в том, что ты пойдешь и найдешь других людей. Сколько ты хочешь, чтобы заплатил? А сколько у тебя есть? Сейчас 54. А вход? 22. Ну давай 40 золота и 15 золота вход. 40 золота и без 15 вход. Да, и 15 вход. Нет, без 15. А, за 40 золота просто. Ну, это дешево. Чисто по-дружески, символически. Ну, это давай дешево за возможность золота. Торговать со всеми. Ну я сейчас снова проплыву галеркой и найду их. Ну и строй галерку, плыви. Это все ходы, понимаешь? Это все ходы. Так ты по моим дорогам быстро туда пробежишь и все. А так? Галерка быстрее поплывет. Ну отлично. Значит, галерка тебе в помощь. Просто не знаю, мы с тобой союзники, соседи могли бы торговать чем-то, не знаю, как союзник сделать.
обоюдно выгодно. Ты и так можешь торговать со мной, мы в мире сейчас. Я имею в виду союз. Что ты имеешь в виду союз? Ну и в чем разница между торговлей союзом и торговлей без союза? Ну, собственно, плюшки есть всякие. Какие? На каждый союз свои плюшки. Так это еще прокачать надо этот союз, чтобы нормальные плюшки были. Отказывает меня диснуло или что? Потому что у меня долго. Дело в том, Invictus, что плюшки от союза будешь получать только ты. При этом ты мне за это ничего не должен дать. Ну потому что я могу с другими людьми тоже торговать, союз получать. И с ними торговать. А тебе плюшки от союза только со мной возможно. Я пользуюсь этой возможностью, но ты мне ничего не хочешь давать за это. Ну я найду других людей, ты, в конце концов. Да, ну найдешь, и как ты с ними будешь, интересно, торговать в союзе, расскажи мне. В союзе никак. Вот именно, о чем и речь. Других-то ты можешь найти, во-первых, ты их позже найдешь. Во-вторых, даже найдя, ты ничего не сможешь с ними качественного делать. Вот так тебе повезло с картой и с соседом. То есть я твой единственный сосед, с которым ты реально можешь торговать караван. А я могу еще с другими это делать. Варвары меня атакуют. Пойду с ними разбираться. Так, с ацтеком дружбу надо объявлять. Русским, что тут серебро на... А, у него есть апельсинки. Вот, союз давайте какой-нибудь военный. Так, с ацтеком. А, ацтек союз еще не открыл. Кришто тоже не открыл. Немец не открыл. Мапуче. Не хочу союз с Мапуче. Так, ставлю город. Вип-версия ужасна. А что, есть варианты? Ну, по идее, что-то с Дискордом можно сделать. Можно попробовать найти его экзешник. То есть, ну как, по умолчанию он запускает сначала апдейтер, а потом сам Discord. Так зачем ты мне это рассказываешь? Вон у человека он, проблема. Чтобы удостовериться. Вдруг кто-то лучше понимает все это. Ну здорово, но человек, которого проблема, этого не слышит. Так, этих пока оставляем. У меня просто тоже стоять. Такое бывало, когда, ну, не мог он обновиться. И я запускал просто через экзешник. Потом это прошло, но что было, я вообще без понятия. Ну, гигантская голова плюс две веры. Нафиг надо, я думаю. А вот вокруг Савона всякие шахты, которые науку дают, и фермы, которые еду дают, это надо строить.
Так, что у нас по городам тут? Счастье пошло, поэтому пока и растет. Здесь тоже довольство надо расти. И рабочий тут нужен, он строится. Так, я могу сменить политический курс. Тут производство строителей, вот это. Берем плюс 2 золота, да. И, знаете, не буду пока божественное право открывать. Я хочу, может, поднастроить. Так, феодализм пойду. Невековые ярмарки, гильдии, потом наемники. И потом торговая республика. Пока так. Хочу взять карточку всадников немного поднастроить. Стоп, вот у меня. Так, на производство. Тут давайте на производство пока переключу. Вот эти клетки выкупить. Только образование открыто. Что дальше? Куда нам отправлять? Пока никуда. Женева мне что дает? Ваши города плюс 15%, когда вы не ведете войну с другими цивилизациями. Здорово. Так, тут надо смотреть. Плюс 25%, то есть это плюс 10% из-за того, что сидит губернатор, и плюс 15% от Женевы. Ну, не то чтобы прям зупа-дупа, но неплохо, неплохо. О, подану построили. 3. Ну, я вот смогу в Женеву, надо универы строить. В Женеву отправим. Время науки будет немерено. Просто с ума сойти. Давайте астрологию откроем. Я хочу все-таки где-то священное место построить. Потом пойдем в замки. Ну и книгопечатаниями. Два универа надо построить. Так, тут будет свой рабочий. Ну, если это тут ферму. Что он дополнительную еду дает, так как рядом с Савоном. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!